победе я шла целый сбор. У меня была тяжелая, серьезная подготовка. С тренером мы готовились обязательно. Серьезно к этому отнеслись, и результат нас порадовал. Спустя 9 лет, как я в тяжелой атлетике. Ты оправдал мои надежды. Поздравляю. Что-то делается, конечно, на автомате. Но, несмотря на это, всегда разные чувства, разные эмоции, разные слова, которые мне говорит тренер, его советы, наставления. Все равно каждый выход, он разный, каждая подготовка не похожа ни на одну другую. Я чувствую ответственность как перед собой, перед своей организацией, на которую я работаю, и, конечно, тоже перед своим тренером, который очень много сил уделяет нашей подготовке. Я просто не могу его подвести, я тоже держу это в голове. Если победа дается очень тяжело, то и радости больше.